Желающих исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательный участок оказалось немного. К обеду явка была минимальной. Видимо, прокомментировали специалисты, сказалась погода. В теплый и сухой день уборка урожая – куда более важное дело. Если вот так, смотря по всему, ну, хотя бы 40%. Если будет, то это будет хорошо. Это будет, ну, может, я ошибусь, может, к вечеру люди вернутся. Из-за города, где может кто отсутствует, вечером может быть повысится, активнее будет. Ну вот потом по количеству, как я вам сказала, 10-147 человек. И считайте, что у нас списочный состав 1933. Поэтому вот сами подумайте. В городе активно велась предвыборная кампания, однако оказалось, избиратели получили недостаточное количество информации. Некоторые знакомились с кандидатами только в день выборов и голосовали по первому впечатлению. Гражданской такую позицию не назовешь. Тем не менее, большинство избирателей считают, что каждый человек должен принять участие в дальнейшей судьбе региона. Я считаю, что, конечно, нужно исполнять свой гражданский долг. Нужно. Вот. Замалчивать, где-то там отмалчиваться, но это хуже только. Надо, я еще раз повторяю, надо попытаться хотя бы проголосовать. Там уж как будет, но если молчать, мне кажется, совсем неправильно. Я так считаю. В единый день голосования 9 сентября в Ангарске выбирали депутатов в законодательное собрание. В городе работали 102 участка. Все, что требовалось от ангарчан – найти время и прийти на свой избирательный пункт. Каждый избиратель получает на руки два бюллетеня. В одном выбираем партию, в другом – кандидата по вашему избирательному округу. Две галочки, 3 секунды и гражданский долг выполнен. Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин. Местное время.